Всем привет, друзья! В общем, кто смотрел предыдущее видео, тот понимает, где мы и что мы тут делаем. Вечер, сейчас будем ставить палатку, оборудовать место, лагерь. Взяли зимнюю палатку, печку побольше. У нас печка. Нурик сейчас там разбирает палатку. На ветер растянуть надо палатку максимально, потому что к вечеру по прогнозу передавали просто кошмар. По плану что? Поставить палатку, так как я сказал. И получается вот, где деревья идут, посидеть там на удочку или закидушки покидать. А самый сок будет, наверное, утром, мне кажется. Я не знаю, что есть по рыбе. Щука будет, нет. Но место такое зачетное, достаточно посещаемое. Это прям говорит. Нормально тут посидели мужики. В общем, ладно. Всем приятного просмотра. Это видео будет длиннее, чем предыдущее, конечно. Чё, Нури, как палатка это? Блин, вот эти угли, ё-моё. Угли? Палатка Power Bird 4T Long. Друзья, я понимаю, что сейчас зимний сезон. Все в комментариях, многие спрашивают, в личку пишут нам. Как вам эта палатка? Палатка год уже у нас, друзья, палатка шикарная. Вот кто спрашивал именно для вас, ребятки, вот писали прям брать, не брать, покупать, не покупать. Друзья, это супер палатка, она просто космическая, я не знаю. Фух, это лучшая палатка, я не знаю, что еще сказать. Вот. Так что, мужики, кто спрашивал, берите смело, тема конкретная. 4T Long, 3T Long поменьше есть. Короче, тема классная. Все, сейчас будем все это ставить. Здесь располагаться. Потому что ветрище. А потом уже рыбалка. Вот, лунки готовы, мужики. Сейчас будем удочки опускать уже, да, Нурик? Ладно, это... А мы их оставили, я их забыл, получается, дома. Можно закрывать. Полы, огонь. Чуть-чуть, конечно, вот это бугорки. Ну ладно, это ерунда со мной. Ну лишь бы это все прижалось. Да. Все примнется, прижмется. Обустройство палатки. Обещают сегодня ночью минус 7 у нас. Как бы лед не встал на утро. Ё-моё. Тем более мы на севере. Это потом вечером уже. Намного больше, да, чем наша. Да. И удобно это, чтобы это. А дрова побольше. Дрова побольше можно запихивать. Ну и жарко будет, я думаю, конкретно. Интересно, это тут не падает эта труба? Нет, здесь плотно. Получается, вот это место, друзья, на нашей печке слабоватое. А длина такая же, да, кстати? Точно такая же. Да, труба шире немного идет, да?
Что-то там поклевывает. Солнце зашло. Капец, аж все красное. После того, как уехали с того места здесь, получается, уже мы где-то часа три находимся, вообще ни одной поклевки, друзья, ни одной поклевки щуки. Поплавки как стоят, так стоят. Ничего не происходит. Идет подготовка. Потому что ночью обещают холодно. На воде красота такая, штиль, ветер прекратился. По плану переночевать и поехать обратно на то место, где мы ловили до этого. Опа! Нурик, по-моему, щука клюнула! Поплавок ушел, иди подсекай, все, потащила. Во-во-во, ребята, спиннинг натягивает. Натягивает. Какой натянут, подсекай. Есть. Ух ты. Ух ты, нормальная щучка. О, блин, пацаны. Хороша. Хороша, ух ты, блин. Смотри, что творит, а. Давай. Я не успеваю. Лилия, она уже все отошла. Тихо. Полторашка точно, устала, что ли? Воздуха хапнуло. Да. Да, да. 303, а. Хорошая. Я возьму, блядь. Возьму. Ты в сапогах давай. Я снимаю. Подожди. Ну, такая. Ну, под трешечку. Ну, не трешка, но 2200 где-то. С краю совсем. А я смотрю, только вот ушел. Смотри, возьми, Нурик, давай ее как. А я смотрю, что-то леска натягивается, красотка. Вот, и нам повезло. Держи. Угу. Хорош. О, сенежор. Ну, трешечка, да? Ну, только, да, приятно тащить было. Я, конечно, спиннинг. Ну, как она свечки крутила, ты снял, да? Да, да. Надеюсь, снял. Прыгала. Да. Я еще не привык к этой камере. Бедолага. На кукан сходите ее. Слабо зацепил. Не, что-то кукану не доверяю. А там она порвется. Опа, там тяжелый этот. Садок? Садок. У нас там эти швы слабоватые. Все, полетели. Закидушки. Я вообще забыл про них, ё-моё, как закинули только часов назад. Вот и рыбка есть. Сейчас, подожди. Ну такая, ё-моё. Ну 2200 в ней где-то, мне больше, 3 нет. Думаешь, нет 3? А, 2,5 максимум. Ну длинная какая, самец что ли? Нет. Хорошая. Есть. Я поймал. Игорь увидел, я поймал. Да. Я всем уступаю. Красава. Всем помогаю, всем уступаю. Как говорится, стоит только немножко поплакаться, сразу все будет. Прям в онлайне, прям потянуло, видно было. И лесочка натягивалась, прям красота. Все, теперь разбор полетов там идет. Как-то и она клюнула сегодня у нас. А может быть и утром здесь останемся. Надежда такая есть. Да, будет прикольно, если я отпущу так на веревке. А этот выдержит? О, это жидкий какой-то. В общем, слов нет. Я не знаю. Можно сказать, что и на спиннинг поймали, и на закидушку, по идее. Но ощущения, конечно, другие, чем. На спиннинг мы поймали в другом виде, дружище. Не, вообще именно. Ну, на спиннинг я его вытаскивал, вот эти движения. Да. Какие свечки были, ё-моё. Не, классно, думал, классно. Небольшая щука. Классно. Где-то, ну, килограмм, может, максимум. Ну. Но когда уже ближе подтягиваешь, то, конечно, ощущаешь. Плавает. Сейчас одену такого же.
крупного. Подвеска. Вот на такого же вот подвеска она взяла, да. Но это чуть поменьше, тот побольше был. Ну, ложка. Ну все, пойдем. В общем, снасть рабочая. Рабочая. Рекомендую. И на спине кайфанете, и мозги не надо парить. Так, вот здесь, конечно, условия для заброса. Пойдет, пойдет. Идеал. Пойдет. Вот на этой траве же она и взяла его. Я говорю, давай смотри. Что ты хочешь? Я тут нашу дальнюю перекинем. Куда? Вот. Туда, вправо? Ближе, вообще. Да, вправо взять. Давай, не делать. Блин, мне кажется, их надо как-то зафиксировать, потому что мы в палатке будем сидеть, фиг увидим. Не, ну, давай, здесь тоже на ходу прям. Ага. Как на блесну. И то, что еще хорошо, лилия такая уже, все. Никакая. Никакого сопротивления нет. Так вот, не понял, а живца-то нету? А мы сидим, ждем поклевку. Здесь что, поклевка была? Походу, значит? Была поклевка. А, вот, нет. Живца вообще нету, да? Не-а. Плохо надо дело. Поймать. Надо поймать. Вы, ах, сейчас удочка здесь стоит, в принципе, ем его. Ну да, смотри. Что, поклевка была, да? Да. Ой, сейчас я что-то. Ну да, закрутила. Все закрутила просто. Я даже не вижу смысла это распутывать. Ну, так и закинешь. Я не знаю, как это распутывать. Это перевязывать уже. Утро. 8 утра. Холодно. Капец, вода парит. Где-то минус 5 точно. Сейчас есть. Платки вышел, сразу холодище такая, прям в куртке холодно. С теплой платки выходишь, замерзаешь моментом. Вчерашняя наша щучка, блин, тряска есть. Трясет меня, холодно. Так. Я слышу уже, о, наверное, Игорек едет, точно смотрю, будет проезжать. Да поэтому и встал вот так вот, чтобы видно было. Одели свежих живцов, две закидушки у нас с берега, лодку не качали. Подождем сейчас, посмотрим, будет поклевка, нет. Вчера с вечера такую взяли, блин, бодрую щучку. Вот. Солнышко только-только вот выходит. Надо ждать поклевки. Надеюсь, щука сидит там. Опа, есть. Игорь! Да Игорь далеко убежал. Щучка. Вот она. Да есть, все есть у меня. Вот такая небольшая килушка. Нормально, ну. А Игорь ушел. Спасибо. Слабо вообще зацепилось. Слабо? Да. Надо живчика срочно. Вот такая вот красавица с утра первая. Ну, а еще солнце светит, не видно поплывка. Не трогай нашу. Я не трогаю ее. Вчера тоже сколько раз вытаскивала. Ну все, на куканчик. Итого две.
Одна, конечно, конкретная. Все, пусть стоят, сестрицы. А тот поплавок закинули, стоит, молчит. На Игоря спиннинг получается вторую уже. Везучий спиннинг у него. Он вчера намочили кашу. Повешали. Вся задеревенела, инеем покрылась. Нурик опять щуку поймал я. Ходил, бродил, гулял, как обычно, но не клевал. Сейчас перекинуть хочу спиннинги. О, точно на этот поймал щучку. Вся лилия замерзла. С живцом вообще проблема конкретная. Так. Распутать это все дело надо. Руки мочить не хочется. Холодно. Так. Глубина где-то, друзья, 1.20 м, наверное. Надо забрасывать это. Прямо нет выкинуть. Так, раз. Ой, я что-то я далеко кинул. Ну ладно. Так, и второй. И второй. Закинем, пока живец живой. Живой жищ. Вообще вправо получилось. Лилия уже все, друзья, отошла, она просто наверху лежит, она практически никак не мешает. Если тянуть, легко тянется. Блесны летают. Ждем поклевки. Что, все замерзает? Ну... Думаем, друзья, переезжать. Две штучки вот здесь поймали, да, повезло. Сейчас все собирал, вот, друзья, вторая сумка. Нурик первую вам показывал. Тоже микадовская сумка. Эту сумку взяли чисто для еды, друзья, потому что все по пакетам надоело. Объемная большая сумка. Один боковой карман, удобно вот так положить боком, он достал что-то и... Что хочешь? Что такое? Кола, дошики, макароны и два боковых кармана. В принципе, сумка и предназначена, чтобы что-то туда запихать. По еде термосы там большие, объемные, и все. Ручка удобная, плюс на плечо такая мягкая, какая-то прорезиненная ткань хорошая. Классно. Fishing Paradise магазин, друзья, ссылка в описании, кому интересно. Есть и другие сумки, заходите, смотрите. Тебе та предыдущая сумка вообще да зашла? Ну, тут предыдущую я больше так на зиму, конечно. Ну, ты ее, да, для балансиров, ты всегда говорил мне, вот, я сумку хочу, для, чтобы балансиры туда, то все. Ходишь, раз-раз достал, и не, у тебя она и поменьше, и, ну, тоже неплохая. Че, леска порвалась? Это конкретно мороз, это беспонтово. Че, никак, да, совсем? Она собирается туго, и леска он оторвал. Ну ты смотри, сейчас потеряешь, возьми леску. Она тут завязалась еще. Потихоньку начинаются у нас сборы. Ждем, пока печка остынет. Машину немного прогрел. Все, вот тряпки вытащили, сейчас начну все собирать. В общем, классно, мы переночевали, вообще не замерзли. Вот эта печка побольше, а вот она получше будет у нас. Кто смотрит нас, у нас вот такая бочковидной формы PS10 пешехонка. Это тоже пешехонка.
Только не знаю, какая модель, побольше. Классная печка. Как-то вот так, друзья, мы переночевали. Вчера кошму намочили. Нурик, получается, чайник нес, и у чайника отвалилась ручка. И на кошму, и она вот со вчерашнего вечера висит тут. Сыхает, не знаю, наверное, примерзла. Где мокрое место? Вот оно. Деревянная вся. По рыбе две щуки к нам попались. Одна хорошая, вторая тоже хорошая. Вот они. Конечно, такие щучки, это да. По-моему, весы у нас гонят. Я думаю, эта двушка легко будет. Но это килограмма не будет, наверное, граммчиков 800. Это прям хорошо. Давайте поплавать, мы пока соберемся и поедем дальше. Поплавки еще на щеку стоят. Последний очередь их вытащим. Ой, блин, все примерзло. Неплохо. Что, оторвать не могу. Да. Все, друзья, собрались. Все сложили, все чисто, аккуратно у нас. Да. Все, друзья, приехали. Подъехали к месту. Микроречушки. Микроречушки. Сейчас разойдемся. Побросаем. Покидаем. А, лед стоит? Да ты чё? Ёп. Подход где здесь? Лед стоит. Капец, прикол, а. Классно приехали, ребятки. Лед стоит, смотрите. Корка? Конкретная? Корки нету. Я так подозреваю, везде? Да, на маленьких речках лед стоит. Или как, да? Маленьким он не пробивает вообще. Вот это прикол. Солнце есть даже, не? Только до обеда ждать, да? Да. И то не факт. Нашли более-менее место, где льда нету. Глубина здесь, конечно, не фантастическая, но да, вот так вот один день и все. Прокидал лужу эту, тишина. Катаемся, сейчас маленькие плеса, друзья. Лед. Стоит лед. Вот. Дальше там ямка неглубокая, там около метра глубины. Я даже постоял на льду сейчас, это обалдеть. Ну, друзья, в общем, покатались, большие плеса вообще бесполезно пробовать. 100 000 раз кинул, ни разу. Если это не рыбное место, то рыбы здесь не стоит ожидать. Виктор еще кидает, пытается надеяться. В общем, друзья, такая рыбалка. Накидались, наездились. Наловились. Ночью. А? Наловились. Наловились. Ночью минус был где-то минус 5-7, может больше. Потому что мелкие плеса затянули. Все, друзья, всем пока, до следующей рыбалки.